Друзья, всем привет! Коротенькое включение. Расскажу еще об одной доработке системы паения быстренько. Так, по поводу вентилей. Значит, вентиля полностью справляются со своей задачей. Главное правильно их отрегулировать, чтобы и воды достаточно вытекало из ниппельных поилок, и лишнего не было. На поддонах сухо. На поддонах бывает вода, когда... Смотрите, когда, значит, когда я прихожу утром, да, я им наливаю в 12 часов последнюю порцию воды. И, значит, за это время, за ночь они выпивают, их где-то с утра она кончается, в 9 я прихожу, баклажка пустая. Кстати, вот этот вот момент и, значит, подстегнул меня на то, чтобы внести изменения в систему паения. Вот, значит, эта баклажка оказывается пустой, я наливаю им заново воду. И они, так как очень хотят сильно пить, интенсивно долбят по ниппельным поилкам. И вот в этот момент происходит небольшое разбрызгивание, и на поддонах бывает, образовывается небольшая лужица. Ну, это не страшно, как бы ерунда. Вот, значит, касаемо изменений, смотрите, вот оно, это кран. Значит, для чего он здесь сделан? Как я сказал, значит, утром вода... полностью, значит, заканчивается, и уровень ее становится ниже вот этого отверстия, соответственно, система завоздушивается полностью. Я наливаю заново сюда воду, и вода не уходит, так как в системе воздух. Раньше мне приходилось вот каждую крайнюю ниппельную поилку прокачивать, значит, ее поднимать, долбить, ждать, когда вся эта система выйдет из нее воздух. А теперь, значит, я сделал кран, и налив воду в этот емкость, я просто-напросто открываю вот здесь кран, ну сейчас здесь у меня система полная, вот вода течет, значит, какое-то время воздух выходит через кран, потом идет вода с пузырьками, и когда вот зеркало воды водяное вот здесь вот у нас встает, таким образом я его прикрываю, все, система полностью свободна от воздуха, ну не полностью, а вот этот вот вертикальный стояк, он уже свободен от воздуха. Здесь вот в этих вот горизонтальных ветвях может быть что-то есть, но там буквально уже какие-то пузырики небольшие, потому что из ниппельных поилок уже сразу же начинает течь вода. И птицы остатки воздуха уже вместе с водой система сама удаляет. Все так вот быстро и эффективно получается зарядить заново эту систему после того, как она завоздушилась. Вот здесь я тоже переделал эту вот клетку, помыл. И заодно здесь у меня не было этого крана. Поставил кран и поставил еще выше, чтобы даже потом, может быть, как-то воздух у меня сам, как по принципу расширительного бачка, скапливался в этой трубке. И более эффективно можно было его удалить. Вот. Так что вот такое нововведение. Берите на вооружение, используйте. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. Жмите в колокольчик. Всем всего хорошего, всем пока. Хотите прикол? Вот смотрите, да? Погодка, как вам? Смотрите, что делает, а? Вот называется чистота, залог здоровья. Два вопроса. Какая, что это за чистота, вот так вот, погоду в такую эту мыть? И чьего здоровье это залог? Того, кто сейчас вот в этом капюшоне страшном заболеет и простынет, да, насмерть? Под таким ливнем, в принципе, обработка нашей клетки такая же, как и керкером. Посмотрите, какой напор. Лупасит, будьте здрасте. Чего вот он делает, а? Саш! Не, он меня не услышит даже. Пофигу грязь. Ой, сметан, у нас хозяин с ума сошел. Иди, иди его сюда веди. Веди сюда его.